Укрощают огонь и рискуют жизнью ради других. 17 апреля – профессиональный праздник у пожарных. В наше время это не просто огнеборцы, это универсальные спасатели. Наводнения, сложные ДТП, любые чрезвычайные ситуации – на помощь приходят работники этой службы. Профессия огнеборцев до сих пор считается одной из самых опасных в мире. Именно они всегда готовы идти на риск ради спасения жизней. Сергей Мензат в 2004-м начинал в пожарной части рядовым сотрудником. Теперь отвечает за себя и за своих подчиненных. Говорит, в этой профессии не только сильные духом мужчины, но грамотные, смелые и физически крепкие. За время службы ежегодно до 100 пожаров. Вспоминает самый трудный – на комбинате хлебопродуктов. Это был август месяц, значит, горела сушильная камера, это по Ленинградской 5. Это пожар, характеризующийся с взрывоопасностью. Было неоднократно, спасали детей, то есть зашли, значит, в горящую квартиру, а там просто мы спасали, спасали первых попавших, кто-то к нам бежал навстречу. Вот. К нам еще сцепились еще двое детишек. То есть получается, что настолько хотели жить они, что взяли просто в охапку их и вынесли. Здание Бендерской пожарной части основано в 1854 году. Это самая старейшая часть в крае. 40 лет назад она приняла статус военизированного подразделения. Службу в Бендерском гарнизоне несут больше сотни сотрудников. За последние годы есть хорошие изменения в качестве работы сотрудников. Регулярно проводятся тренировки, обучение личного состава, мероприятия направлены на повышение квалификации, уровня знания специалистов. По пожарной части на сегодняшний день находятся специальные автомобили. Это АЦ-40-130 ЗИЛы. Автомобиль «Скания», современный автомобиль, автолестница тоже на базе ЗИЛ-131, ну и вспомогательная техника. Начало года у бендерских спасателей выдалось сложным. В сухую погоду горела трава. Ветер пригонял огонь к жилым домам и постройкам. За сутки по несколько таких тревожных сигналов. В период с 1 января 2022 года по 15 апреля 2022 года на территории Бендерского гарнизона зарегистрировано 304 сообщения о возгораниях. Из них 20 сообщений о пожарах. В результате пожара погиб один человек. Спасено на пожарах 3 человеческие жизни. Материальный ущерб от пожаров составил более 180 тысяч рублей. Спасено имущество граждан на сумму 131 тысяч рублей. Пожарная часть Бендер зарекомендовала себя как слаженное и оперативное подразделение. Оно обслуживает не только город, но и ближайшие села Парканы, Меринешты, Гиску и Протигайловку. И в свой профессиональный праздник огнеборцы останутся на посту. Тушить пожары – их работа. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.